Улица Куйбышева – одна из визитных карточек города на Средней Волге. Этот маршрут выбирают для экскурсий туристы, да и сами самарцы не прочь провести здесь время. В этом году улицу преображают, высаживают новые деревья, цветы, устанавливают изящные фонари, которые вписываются в городскую среду исторического центра. Здесь занимаются установкой опор коммуникации, их запланировано 42, от Пионерской до Шостаковича. В воздухе оставят лишь некоторые линии связи, большинство же проложат под землей, тем самым разгрузив пространство от лишних проводов. Контактная сеть останется в том же виде. Единственное, что понятно, что на наших опорах размещены линии оптоволокна, размещены линии безопасного города. Все это будет убираться в землю, в кабельную канализацию. То есть останется непосредственно наша контактная сеть и часть кабелей, электроосвещения для наружного света. Благоустройство улицы Куйбышева проводят по поручению губернатора Дмитрия Азарова и под контролем главы города Елены Лапушкиной. Жители Самары уже замечают преображение улицы. Красивые фонари, приятно, старину напоминает, так навевает хорошее настроение. К работе подрядчик подходит нежно, с особой аккуратностью, стараясь не навредить историческому центру с его узкими уютными улочками. Закончить все работы по планам должны до конца лета, однако обещают справиться чуть раньше. Опоры вот уже установлены, они как бы очень красивые. На мой взгляд, показывает старинную часть нашего города. То есть они и современные, и старинные. То есть, на мой взгляд, очень красивые и смотрится. Сложность в том, что центр города, много коммуникаций, очень узкие улицы, немножко сложно работать. Но я думаю, до 15 августа закончим. Сразу после установки опор начнут работу с переносом коммуникации. Сбоев электроэнергии при этом не будет, говорят строители. Бесперебойным останется и работа троллейбуса 6-го маршрута. Мария Левина, Николай Епифанов, «События».